Привет всем любителям головоломок, в частности вот таких вот IQ-пазлов. Перед нами зверу-пазл, то есть нужно собрать фигуру определенного животного из отдельных кусочков. Сегодня перед нами собака из 7 деталей. А собачка, как мне кажется, похожа на породу терьеров. Но может быть я просто фантазирую. Сейчас будем мы собирать эту милую собачку. Все фигуры разные по форме, по размеру. Непростая головоломка, но от этого еще интереснее. Поехали. Вот, получилось один в один, как на картинке. Сейчас я разъединю детали, чтобы было видно, из каких деталей складывается эта фигура. Всем спасибо, друзья, большое за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось мое видео. Удачи в решении головоломок. До новых встреч!